Так, ребята, всем-всем привет, я сегодня с вами Джамалидин Мурадов, и добро пожаловать на моего канал Дальнобой ТВ, Green Android 2003. Так, ребята, у нас сегодня четверг в 2023 году, и у нас сегодня краткий обзор про про нидерландское автономное тягач по названию DAFPAK. DAFPAK под один, если у кого есть 1.46 или там новая обновленная версия, стимовская версия 1.47.0.56s, как бы. То есть обзор у нас про DAFPAK. DAFPAK как бы rework, то есть он голландская тягач автономная, но по-бразильский вариант. Так, ребята, при досмотрении моего гайда я вас попрошу подписывайтесь, ставьте лайк. А для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписываться на моего канал. Для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды, видео, обзоры и так далее. Дальнобой ТВ, Green Android 2003. Также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, ужинает, обедает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь. Обзор. Погнали. Всем приятного просмотра. Так, попадем в покупку грузовика. У дилера бренда модификация. Так, как видите, как мы видим, перед нами несколько вариантов. То есть, несколько экземпляр, как бы, как хотел отметить, что он, как бы, голландская тягач автономный, но по-бразильский вариант. Как бы они как бы стоковый вариант, а вот это оба обновлена, конечно, обновленная версия DAF CF85 Sleeper Cup и как бы DAF CF Euro 6 Space Cup, то есть, ну, хотя одно и то же отвечает. Ну, не знаю, ребята, давайте берем вот это стартовый вариант. Так, категория у нас грузовик, модул CF85, шасси, стартовый вариант 4x2, тип кабина Space Back Cap, то есть расположение руля, естественно, слева, мощность двигателя 410, стартовый вариант 300 кубметр, крутящий момент 2000 ньютон-метр, 10-50, там 1310, объем топлива бак, тип коробка применения передача ZF12 AS2330 и объем топлива бак 720. Так, кликнем под этот данная техника. Ребята, что хочу отметить, не помню, последнее обновление, по-моему, было под 1.25 было. После этого у нас либо под 1.25, либо под 1.35, по-моему, что не точно врать не буду, не помню. Но сегодня у нас, как хотел отметить, что у нас сегодня четверг, только что я начал увидеть, ну, я так посмотрел по информации, вообще он класс, он супер. Также хочу отметить, что, ну, у меня как бы уведомление FPS не включено, но видим, что не лагает, как бы нормально себе начинает чувствовать. Так, с помощью шагающей камеры, это у меня как бы геймпадовский джойстик, как бы можно как бы исправить. Не знаю, как бы все исправлено, как видите, как мы видим, освещение все исправлено. Также хочу отметить, что при себе имеется качество 3D модель, как хотел отметить, что голландский тягач, но по-бразильский вариант сделано, как бы сделано по-бразильский вариант, как видите, как мы видим. Так, DAF CF, то есть нам как бы, ну, они там несколько другие экземпляры, это как бы типа стоковые, а это вот эта обновленная версия. Так, ладно, смотрим, есть, как хотел отметить, что два кабина, то есть типа невысокая спалька, типа дайкап, дневная кабина, то есть со высоким спалька. Так, ладно. Давайте берем вот это. Шасси, как хотел отметить, что из вниз до верха есть 6x4 оффроуд. Бездорожный вариант, как бы. Есть 6x4
FTT такой же. Типа, ну, хотя они одно и то же отвечают, просто он как бы, видите, он длинное шасси, а это короткое шасси без, с этого, как его, без козырька, то есть, да? Так, я думаю, это у нас 6 на 2 со задний подъем на ось, 4 на 2 и 4 на 2. Одно и то же отвечает. Давайте берем вот это 6 на 2 со задним управлением осей, как бы. Движ, как хотел отметить, что 410. Так, приблизим. Наверняка вы все знаете, что... То есть, смотрите, есть у некоторых тягач при выбор... При выбор это самое двигателя у нас шильдик начинается меняться. Например, смотрите, видите, да? 460, 460, 85. Есть 410, есть 360. Давайте, пускай будет 460. Так, вырубим. Так, про коробка. Коробка. Есть ZF16 ретардер плюс реверс. 12 SS ретардер плюс реверс. 12 SS ретардер плюс реверс. ZF16AS2630TO, как бы 16 без ретардера, 12 без ретардера, 12 без ретардера. Давайте, хотя хрень его знает, 269, 308. Давайте вот это оставляем. Так, про интерьер. Интерьер, как видите, как мы видим, интерьер у нас всего лишь два варианта. То есть есть дополнительный монитор, как бы для навигационной системы, есть без этого, типа для, ну, что, шкатулка для всякие различные документы. Давайте вот эту версию, вот этого варианта ставим. Так, про краска. Краска, можно разобраться, что к чему. Есть пользовательский цвет плюс металлик, например, зеленый. То есть, ну, пускай будет там фиолетовый сос белый и красный сос белый, пожалуйста. Типа металлический цвет, зерма сильвер, пожалуйста. Есть Жамайка синяя, как бы Iron Grey, пожалуйста. Это железная серая. Есть зеленый металлический. Во, вообще-то смотрится неплохо, да? Красиво смотрится. Есть Diablo Ride. Это они все как бы по-бразильски вариант. Есть синий с металлическая. Есть однопользовательский цвет, пожалуйста. Есть демонстрационный ялов. Есть черная дестижена. Есть sky синий, sky blue. Есть замороженная белый. Есть Current Ride, то есть тоже Current Ride, это типа, наверное, по-бразильски вариант, типа того. Ну, а так взять, тягач у нас как бы голландская, нидерландская тягач, автономная. Так, давай-ка-то вот это оставляем зеленый. Так, про тюнинг, можно разобраться, что к чему. Так, поехали. Так, это у нас есть серая плюс пластика, окраска, давайте вот это оставляем. Так, это у нас меняется бак для хранения цистерны. Есть квадратный, есть, то есть и квадратная хромовая, квадрат алюминиевый, есть бак хромовый кюл, есть также бак алюминиевый кюл, такой же круглый. Давайте вот это оставляем. Так, это у нас есть пластиковый вариант, есть окрасочный вариант, пускай пластика. Так, это у нас, как хотел отметить, что козырька есть такая же вариант, есть окрасочная, есть одна окрасочная, есть пока. То есть, смотрите, пластиковый одна вариант и пластиковый два варианта. Давайте один вариант. Так, это у нас брызговик, типа DAF, по-моему, анимированный. Есть хромовый, Special. Есть такая же, со шильдика DAF. Есть заводской вариант. Давайте это вставляем. Так, это у нас есть хромовый. Есть окрасочная, пластиковая и заводская вариант. Давайте, пускай будет пластиковая. Так, открывание дверей, как бы есть краска плюс пластик, есть краска, есть пластик.
Так, это у нас боковая аэродинамическая, боковая с поля, пожалуйста. Также при выбор, уже вторая выбор начинается. Пожалуйста, невысокая, как бы думаем, нормально. Так, это у нас САС мелкая, светодиодная, а это у нас САС лампочка. Так, это у нас люк, по-моему, видите, начинается заругаться, ну-ка. А, это как бы, видите, вот САС, это САС... за вот это верхнее аэродинамическое поле. Ну тогда будем выбрать поле. Так, это у нас одна вариант козырька. Здесь пишем там, как там пишется там, DAF, DAF пробел, CF. CF, по-моему, да, SV или CF, там, типа того, там. Такая же вариант будет. Это у нас есть окрасочная плюс то есть, смотрите, окрасочная и САС пластиковая. Есть полнопластиковая. Пускай будет полнопластиковая. Так, это у нас понятно. Морда начинается либо окрасочная, либо пластиковая. Это у нас заводская вариант названия. Брендовский шильдик DAF. Подсветка DAF. И хромовая. Давайте подсветка вставляем. Также мы сюда можем, пускай будет DAF или хромовый DAF, или как, и пускай будет LED-овая, как бы. Так, это еще не все, ребята. Хочу отметить, что для работоспособности нуждается DAF Tuning Pack. Поэтому имейте в виду. Так, что еще у нас? Все, наверное, больше ничего сверхъестественного. А теперь как бы... Все, наверное, больше, ну, по оптимизации полная пушка, шин у меня пока никакие лишнего нету, только мы можем использовать там стоковую шину, как бы. Не, как бы, DAF, хотя если так взять, я на DAF не очень как бы болею, но вот эта версия для меня слишком стала интересна. Потому что помню, что последняя версия была, последнее обновление было, по-моему, либо под 1.25 или под 1.35. Особо не помню, конечно. И после этого уже как бы несколько лет и несколько версий прошло, и как бы обновилась, дошла до 1.46, 2.20s, как бы, и также, если у кого есть там... Если у кого есть там обновлена новая версия, там типа 1.47.0.50s, как бы, да, 0.56, как бы. Также мы сюда DAF, у нас же DAF, пускай будет типа DAF будет. Вот. Ребята, хочу отметить, что про этот тягач я информацию оставлю по описанию и ссылку оставлю по описанию. Дальше хочу, чтобы вы как бы скачали, приобрестили, да, из моего контента. Там есть еще, кликните под еще, там есть описание, пролистайте, там ссылка про это тягача найдете. И также хочу отметить, что дальше хочу, чтобы вы там потыкнули, потому что выбор очень много. И взвесить как бы не очень больше, не очень больше взвесить, там где-то 200 мегабайт, там типа того взвесить. Также исправлено с... По оптимизации исправлена, как бы, вот. Поэтому, ну, также маячки можем, ну, это для тех, кто не габарит, или строительные грузы, или строительная техника, пожалуйста. Ладно, оставляем. Так, про интерьер. Как хотел отметить, что интерьер можно разобраться, что к чему. Так, поехали, с этим разобрались, также мы сюда несколько вариантов, эти полку. Так, если у нас тягач DAF, да, то мы можем выбрать там DAF, как бы, и здесь можно какую-нибудь там цепку, пожалуйста, а здесь какой-нибудь там футляр для хранения документа, как бы, или там термоса можно, и там пускай будет FH, как бы, будет, так. Пускай будет петушонок, будет, и так, фонарик, и очки со футляром, как бы, пускай будет ключ, будет, а здесь, как бы,
Пускай будет там пес или будет там кружка, чашка. Да, или давайте вот на место. Давай-ка-то... О, брат, давайте вот на место ключи вот это DAF ставим. Потому что речь идет о DAF, правильно? Также у рула есть возможность ставить ручка для держалка. Ну, мобильный я ставить не буду. Думаю, своя как бы достаточно. Также освежитель можно как бы несколько вариантов. Освежитель. Видите, да? Также, пускай будет здесь как-нибудь там шапочка. Так. Шапка есть от DAF или там хрен его знает. Давайте пускай будет гюдайровская шапка. Также мы сюда можем сумка, либо там холодильник, чтобы не испортить продукты там. Одел какой-нибудь бежевый или там бежевый одел или клетовый отдел там типа того. Или пускай под этот цвет как бы будет. Так, сюда также какие-нибудь там, пускай будет там мягкая игрушка, с этого разобрались. Здесь мы можем просто поставить DAF, потому что у нас же тягач DAF как бы. Все, наверное, уже как бы дело у нас готово, как бы. Уже все, больше ничего сверхъестественного. Куда так столько много, да, думаем? Так достаточно. Все уже как бы разобрались, как бы. Теперь можно приступить к деле. Купить. Так. Также купить. Да, просто на DAF паке всего лишь два варианта добавлено. Вот это SV как бы. Свободен как ветер. 9.16. Что ж, ребята, добро пожаловать в наш обновленный DAF SV. Что ж, посмотрим, на что он способен. Поехали. Обычная. Пока пневмонету. Думаю, как бы нормально. Так, все, заводим. Так. Понятно. Бортовая, то есть, смотрите. Навигационная система у нас начинается срабатывать, как располагается. Так, отпускание окна. Как видите, как мы видим. Все это дело работает. И сторона пассажира. Работает, как видите, как мы видим. Из улица. Так, как видите, как мы видим, все у нас начинается срабатывать. Как бы все класс, все супер, как бы, как видите, как мы видим. Так, отличненько. Также здесь мы можем, в это часто можем закрыть, как бы. Так, что ж, поехали. Так. Стояночная работает. Так, блокировка дифференциал. Все это дело работает. Подсветка имеется. Клавиша действия имеется. Так, ретардер имеется. Так, руль работает. Так, аварийка работает. Лево, право. Так. Стеклоочиститель, датчик дожди, как бы, одна действие, второе действие, датчик дожди. Так, сейчас быстренько, условия погоды, так, да. Так.
Ребята, что хочу отметить, как бы он как бы, хотя уже автор его не первый раз его обновляет, последнее обновление было под 1.35, не знаю, почему-то странно, и датчик дождей у нас не работает, как бы все это у нас, о, смотрите, ребята, за собой каплю не оставляет, за собой каплю убирает, но вот это про открывание окна, видите, что начинается произойти? За собой капли не убирает, за собой капли оставляет. Видите, ребята? Так, давайте сейчас быстро как бы датчик дожди, где у нас? Датчик дожди у нас отлично. Так. Ага. Датчик дожди начали включить как бы. Так, что еще у нас? Так, парковка как располагается, но не, особо не понял, почему-то у нас бортовой компьютер не сработал. Это тоже вам и нам надо, все такой же к авторам надо обратиться, чтобы автор взял эту историю, все исправил. А так больше ничего сверхъестественного. Тягач класс, тягач супер, полная пушка, надо на стрим или на что-то надо немного прокатиться, проехать и... Как бы и FPS не очень съедает, как бы нормально. И снаружи то же самое, такая же история. Но почему-то странно, что датчик дожди у нас не сработало. Особо я не понял. Ладно, эту историю мы убираем. Так, теперь ночь проверим. Ночь, полуночь. 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 Отлично. Так, как видите, как мы видим, подсветка при себе имеется. Так. Ща. Так, это у нас габаритный, ближе, дальний, габаритный, ближе, дальний, габаритный. Также при себе имеется клавиша действия. Ближе, дальний, габаритный, ближе, дальний, габаритный, сетевая. Так, клавиша действия, сетевая. Не видим, ребята. Не видим. Ладно. Думаю, и так как бы неплохо все сработало. Сетевая. Ближе, дальняя, габаритная. Ближе, дальняя, габаритная. Приблизим. Как хотел отметить, что видите, подсветка брендовский шильдик светится, как бы горится, все как располагается. Так, право, лево, право. Так, аварийка. Отлично. Давайте эту историю вырубим. И маячки как бы тоже как бы неплохо начинает срабатывать как бы. Не, тягач полный класс, полная пушка. Что хочу отметить, стоит на что-то ехать, конечно, тягач хороший, тягач советуем, рекомендуем. Информация по описанию, также ссылка по описанию. Теперь заводим. Так, ключ зажигания. Вау, звук просто класс, классный звук. Так, посмотрим. У нас все такой же автомат. Оба, отлично, видите. То есть D как бы R и ну это не нитро, это когда на механике, тогда на нитро можно переключаться, а в режим автомат она просто не включается, поэтому имейте в виду. Так, это D, это у нас R как бы. Так, реверс, смотрим реверс, я реверс. Отлично. Не, а что хотели? Как бы слитая версия, как бы. Так. Пневмоподвеска. Как видите, как мы видим, пневмоподвеска у нас сработает. Сработала, как располагается. Видите, да? Полная пушка. Так, сбросим. Так, а теперь подъемная ось управления осей. Как видите, как мы видим. Осей работает. Так. Спустим. Теперь в этом. Еще раз. Так. Не вижу. Есть информационная клавиш, как бы. А, вот она. Видите? Патруля, как бы. Видите? Еще раз. Видите, да? Что я имею в виду? Имею в виду, что при себе имеется клавиша действия для подъемной ось. Как бы аварийка. Видите, да? Аварийка клавиш действует, как видите, как мы видим.
анимация действует. Ну, что могу сказать? Тягач полная пушка, тягач полный класс. Теперь давайте продвинуть цепку симулятор, проверим, как бы ша. Продвинутая цепка симулятор, как бы. Так. Функция кабеля, естественно, имеется. Ос отпустим. Так, кликнем латинская буква Т, а кирилловская буква Ё, как бы. Так. Все класс, все супер. Так, назад. Реверс у нас работает. Сработало, я имею в виду. Не, ну, не знаю, что вы будете думать, пишите в комменты, ждем ваш ответа на комменты, как бы. Тягач полный класс, полный ступер, как бы. Просто, как бы, я на дате не очень болею, но вот эта версия для меня слишком стала интересна, как бы. Ну, естественно, давайте немного прокатимся, как бы. Тягач, хороший тягач. Ну вот, как бы, немножко со навигатором есть проблема, но это, думаю, как бы, ничего сверхъестественного. Это дело мы можем, как бы, пропустить, как бы, вот. Но по поводу вот этого датчик дождя особо я не понял, что к чему. Ну, что хочу отметить, для катушка просто ура, как бы. И также хочу отметить, что для тех, у кого есть слабое железо, и полный ура, как бы, советуем, рекомендуем по описанию. Видите, да, и со старым отца как бы неплохо. И ретардер. Видите, да, и ретардер у нас. Это у нас было повышение. Это у нас понижение, как бы, видите, да? Где как располагается поворотники и как бы неплохо. И со старым отца как бы вот. Что минус, что у него нету передняя дополнительное зеркало. А так, больше ничего сверхъестественного. Ну, такая же автономный тягач. Голландская автономный тягач. По-бразильски вариант сделано, конечно. Вот. Что ж, ребята. Пора мне с вами попрощаться. Надеюсь, гайд кому-то было полезно. Гайд кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пишите, что вы будете думать о такого замечательного тягач, голландская автономный тягач, DAF CF, как бы. А дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, ссылка и информация оставлена по описанию. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких, всем пока-пока, до следующего выпуска. Всем пока-пока.